Выступление певца состоялось в Зеленом театре ВДНХ. На сцене он появился под фонограмму своего программного хита «Живой», пока еще в инвалидной коляске. Зал встретил Николая Носкова стоя. «Я вас очень-очень-очень люблю», — поблагодарил зрителей Николай Носков и попросил всех сесть. Артист начал концерт с песен «Доброй ночи, узнать тебя». Пока в сопровождении струнного квартета Magnetic Fantasy. Как и в последнем на данный момент концертном туре «Живой». Несмотря на два инсульта, перенесенные в 2017 и 2018 годах, в прошлом году Николай Носков выступил на презентации нового состава группы «Парк Горького». А также представил очередную премьеру, песню «Не вставай на колени», исполненную в содружестве со Стасом Пьехой, Игорем Романовым из «Землян» и белорусским певцом Александром Ивановым, выступающим под сценическим именем Иван. Тот, кстати, спел у него и в Зеленом театре ВДНХ на разогреве, 5 песен в хард энд хэви традициях, в том числе и баллады. Но сам Николай Носков еще до болезни перестал интересоваться тяжелыми стилями музыки. Перешел на романсы, симфорок, красивые песни с влияниями фолка и душевной, качественной эстрады. Так было и на этом концерте. В начале под скрипки и виолончели прозвучал романс на стихи Николая Гумилева. Затем на сцене появились уже и музыканты постоянного электрического состава Николая Носкова. А после хитов «Зачем» и «По пояс в небе» с артистом по его предложению стал петь и весь зал. Как правило, он сам исполнял вступление песен и куплета, а припевы – зрители. А на хите «Паранойя» с одноименного альбома 1999 года спеть с артистом со сцены дуэтом вышел и Иван. Конечно, в концерте прозвучали и другие главные песни Николая Носкова «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» и «Снег». И, конечно, песня эта здорово с альбома 2000 года «Дышу тишиной». Жаль только, что сам титульный трек в этот вечер не прозвучал. Не было и новых песен. Но Николай Носков пока только восстанавливается от своих недугов, и будем ждать его премьеру уже позднее.